Здравствуйте, весы! У нас расклад на декабрь для вашего знака зодиака. Работать я буду на Таро Акаши. На этой колоде работают на прямых и перевернутых. Давайте посмотрим энергетику декабря для вас. Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в декабре месяце? Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Подумайте, что у вас происходит сейчас, какие у вас планы на декабрь. А я настроюсь на вас. Весы, декабрь месяц. Хорошо, давайте посмотрим, с какой энергией вы входите в декабрь из ноября. Что у вас будет происходить в декабре? Первая декада. Вторая декада. Третья декада. Из какой энергии вы выйдете из декабря в январь 2021 года? Ух ты. Да. Три старших аркана в конце декабря. Да, энергия, с которой вы входите. Здесь у нас ложится сезонная карта. Четверка силы. Это у нас Spring Autumn. Весна-осень. Она у вас ложится в позиции осени. А осень — это у нас сбор урожая. Карта говорит, что для вас наступает время большого изобилия. Но вас непременно призовут собрать результат того действия, которое вы предпринимали в прошлом. Ваша карьера, творчество, личные проекты – все обязательно окупится. Хотя результаты, которые вы ожидали, являются благоприятными, но не забывайте, что еще есть усилия как для сбора урожая, так и для посадки. Могут понадобиться какие-то окончательные усилия, которые вам необходимо будет предпринять. Поэтому сконцентрируйтесь на том, что вам необходимо сделать сейчас, чтобы завершить рассматриваемый вопрос. Урожай – это время пожинать то, что вы посеяли. Поэтому наслаждайтесь плодами вашего труда. Будь то урожай большой, маленький, всегда выбирайте жить в благодарности. Размещение благодарности в ваших записях Акаши привлекут много вещей, которые принесут еще больше благодарности в будущем. Первая декада декабря. Здесь у нас ложится восьмерка роз. Карта называется «Комьюнити». Здесь мы видим, сидят за столом люди разных национальностей. Ну, это как бы друзья или группа по интересам. То есть люди о чем-то оживленно разговаривают, спорят. Здесь по всей карте очень много различных иконок, сообществ, групп, обществ. Карта у вас ложится в перевернутом положении. Она может показывать на спор или между друзьями, или с друзьями. Но тут еще может быть раскол, разрыв в какой-то группе, в которой вы состоите. В нашей жизни существует очень много всяких сообществ и групп. Начиная от нашей семьи, работы, хобби, увлечений. Это люди, с которыми мы можем разделять много творческих, культурных, а также духовных целей. И перевернутая карта говорит, возможно, вы больше не принадлежите к определенной группе. Может быть, вы зашли так далеко, как только можно с этими людьми, что уже больше с ними не резонируете. Может быть, вы просто заинтересуетесь какими-то новыми вещами, поэтому покинете старое сообщество. Но если вы чувствуете, что вам нужно оставить какую-то группу, то карта говорит, сделайте это. Ведь не только это сообщество для вас открыто. Ничто вас не ограничивает для присоединения к каким-то другим обществам, сообществам. Есть те люди, которые с вами резонируют, которые разделят с вами ваши интересы, поддержат ваши начинания. Конечно, иногда карта говорит, что вы можете вообще ограничивать себя сейчас в общении в любых группах,
Может быть, вам комфортно сейчас находиться в одиночестве. Поэтому карта говорит, если какая-то группа больше с вами не резонирует, то рассмотрите другие варианты, потому что есть масса других сообществ. Ну и дальше у нас пошли старшие арканы. Вторая декада декабря. Здесь у нас ложится 22-й старший аркан, Эцум. Эцум это переводится как «я здесь, я пришел, я рядом». То есть в прямом положении мы видим, девушка читала книгу, и вдруг ее что-то отвлекло. То ли ей что-то сказал внутренний голос, то ли ей в голову пришла какая-то мысль. А на самом деле к ней подошел ангел и говорит, я здесь, я рядом, попроси меня, я помогу. Вот здесь полупрозрачные стоят, это духи нашего рода. Вот эти маленькие летают, это духи природы, стихии. А вот это наши высшие наставники. Когда карта ложится в перевернутом положении, она говорит, что, возможно, вы не видите своей цели, потому что у вас нет контакта с вашими помощниками, с вашим высшим «я», с вашей душой, духами рода, с вашими высшими наставниками. Возможно, вы были слишком эмоциональны, напряжены, а может быть, заняты. Но сейчас для вас наступает время делать работу, которая поможет вам достичь вашей мечты. И вам обязательно нужна поддержка вашей духовной семьи. Они не покинули вас. Просто вы их не слышите. Поэтому карта говорит, расслабьтесь, займитесь медитациями, чтобы восстановить эту связь. Вот когда вы это сделаете, вы получите и помощь, и любовь. В вашу жизнь придет радость и поддержка. Поэтому сейчас вам важно каждый день предпринимать определенные действия для достижения вашей цели. Даже маленькие шаги приведут вас к месту назначения. Третья декада декабря. Здесь у нас ложится 12-й старший аркан. Карта называется Дескрайб. Дескрайб – это писарь. Мы видим, что вот ученый-писарь за высоким столом что-то пишет. Но здесь сидят еще переписчики. Очень много свитков. То есть это люди занимаются переписью чего-то. Но в некоторых древних обществах писари были просто копировальщиками священных текстов. Но во многих других они были самыми образованными людьми своего времени. Они очень хорошо разбирались в священном писании, в философии, в истории, в законах, ну, во многом другом. Прямая карта указывает вам на большой подъем у вас в интеллекте и обучении в это время. Есть какие-то новые знания или какой-то новый предмет, который вы хотели бы изучить. Делайте это. Вот это новое изучение даст вам возможность изменить вашу жизнь, а может быть даже изменить мир. Это может быть один учитель, а может быть даже какая-то целая школа, которые помогут вам с этим возвышением. Но карта говорит, обязательно ищите правильных людей и правильные места для обучения. Вы также можете начать писать или преподавать. Может быть, обучать других и поднимать их уровень. Если вы будете вовлечены в какие-то юридические вопросы, то есть человек, который вам в этом поможет. Пусть ваша большая проницательность, интуиция направит вас к нему или к ней. Также в это время вы можете найти себя в написании книг, статей. Кто-то начнет вести блоги. Самое главное, обратите внимание, что вас будет побуждать. И обязательно ответьте на этот призыв. Энергия, с которой вы выходите из декабря в январь 2021 года, здесь у нас ложится первый старший аркан, оракул Дельфи, и он у вас прямой. Здесь мы видим, что Пифия или Дельфийский оракул сидит на высоком стуле, который не касается земли. Поблизости стоит жрец, который готовится что-то писать на свитке.
то, что ему передаст Пифия. Вот в этой карте для вас есть два важных ключа. Понимание и объяснение. Эта карта приходит, когда человек находится во время огромной внутренней и духовной силы. Даже если вы пока этого не будете осознавать, это лежит очень близко с вашим пониманием, с вашим самосознанием. Потому что, скорее всего, вы использовали этот дар во многих ваших прошлых жизнях. Сейчас вы можете принимать образы, предчувствия, даже не зная, как их объяснить. Делайте заметки, когда вы получаете эти инсайты. Так же, как они дали оракулу Дельфи глубокую осознанность и осведомленность, ваше духовное восприятие и их объяснение дают вам мощное понимание и акашское видение мира. При помощи вот этих качеств вы можете стать оракулом вашей собственной жизни. Это была энергия декабря для знака зодиака Весы. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Удачи вам. До свидания.